Всем привет, меня зовут Юлия Попалина, на канал о Германии, путешествиях и о красоте. И сегодня снова вам расскажу о своих находках на сайте Temu. Давайте не будем затягивать и начнем. И начнем мы сегодня с моих кудрей, потому что я их только что сделала с помощью вот такой вот плойки, у которой нет провода, которая заряжается от USB, и потом ею можно накручивать. Я вам здесь отдельно на видео покажу, как это происходит. Она приходит вот в такой вот коробочке. Это происходит все очень быстро. Знаете, это что-то типа Babyliss, когда вы просовываете одну прядь в этот приборчик вот так вот, он ее засасывает, закручивает, вы держите какое-то время, затем получается кудряшка. Также в наборе идет, конечно же, USB, ну, зарядное устройство, плюс две заколочки вот таких вот, и вот такая вот расческа. Мне кажется, очень даже неплохо. И для чего я ее заказывала? Я ее заказывала для каких-то фотосессий, для каких-то праздников, для каких-то путешествий, для того, когда я не имею возможности подправить свою прическу, если у меня локоны, например, обычной плойкой, то есть я не потащу с собой на какое-то мероприятие настоящую плойку, не буду там искать розетку, а так я могу выйти просто в туалет куда-то там и какую-то прядь выпавшую из моей прически завить, либо если это какая-то фотосессия, либо когда я снимаю какие-то, знаете, такие атмосферные видео или красивые какие-то видео, когда я снимаю какие-то свои наряды и так далее, для этого мне она была нужна. Ну и когда мы, допустим, едем путешествовать, у меня есть плойка беспроводная, это просто находка. Она и выпрямляет круто, и ею можно пользоваться тогда, когда нет возможности подключения к сети. В общем, я осталась очень довольна. Конечно, она мне не заменит другие плойки, то есть получаются достаточно легкие такие кудряшки, больше волны, и плюс еще сложно добраться именно до корня, чтобы вот прям от корня завивать. Этой штукой сложно. Мне кажется, она наиболее лучшим образом подойдет тем, у кого волосы длиннее, чем у меня, ну хотя бы, не знаю, чуть ниже плечей. Мои волосы, особенно вот эти вот, слишком короткие для нее, то есть здесь я практически их не трогала, завивала только сзади и немножко вот спереди, но в любом случае, посмотрите, мне этой зарядки хватило, там еще осталась, мне кажется, практически полная зарядка, она нагревается до 200 градусов, и с помощью вот этой вот регулировки вы можете менять направление кудрей, то есть если вам нужно в эту сторону, либо вам нужно в левую сторону, вы можете здесь переключать температуру, на эту кнопочку вы нажимаете, волосы начинают засасывать. Мне ни разу ничего там не застряло, не защемило, все прошло успешно. Поэтому да, могу посоветовать. Классная штука. Для меня она просто незаменима такой в моей сфере деятельности, так сказать. Следующая покупка также для меня. В этот раз я позволила себе заказать не только все для дома, но и кое-что для себя. В общем, это вот такая вот потрясающая сумка. Я долго ждала, чтобы ее заказать, потому что я хотела именно с черными полосками, а это, такие виды сумок были раскуплены и оставались только с такими, знаете, темно-синими полосками, но которые не подходили мне. А здесь и коричневые ручки, которые подойдут, например, к какой-нибудь обуви. Также черная вставка, которая подойдет к любой моей одежде. Здесь есть длинная ручка, которая отстегивается, можете ее отстегнуть и ходить без нее. Также на донышке есть такие ножки небольшие, чтобы она менее пачкалась и лучше стояла на полу. Также она застегивается на замочек, на магнитик вернее, и внутри она огромная. То есть в нее поместится и компьютер, и какой-то, не знаю, планшет, телефон, книга, бутылка воды, в общем, все что угодно. Мне кажется, на учебу вообще отлично подойдет, если вы, например, еще учитесь в университете, в школе и так далее. Внутри есть один кармашек на молнии и один кармашек без молнии. Она держит форму. Она пришла сложенная, но я туда напихала просто на одну ночь какой-то наполнитель, который у меня там был, и оставила на одну ночь, все, она выпрямилась, она ничем абсолютно не пахнет, и мне нравится вот этот вот материал такой, знаете, тканный, то есть это не кожа, это что-то вот типа мешковины, можно так сказать, мне кажется, очень стильно смотрится, буду обязательно с ней ходить, знаете, она мне даже напоминает что-то такое отпускное вот за счет этого материала, что это как будто бы что-то плетеное, в общем, я осталась в восторге, тоже ссылку вам внизу оставлю, очень крутая сумка, и как я уже сказала, я долго ждала именно в этом цвете. Такая tote bag. Следующая это вот такой вот ободок.
не смогла пройти мимо него. Сейчас, особенно американских блогеров, он очень популярный. Он, кстати, продается и в Росмане, но на Тэму, конечно же, он дешевле. Здесь написано, что это handmade, но я немножко сомневаюсь в этом, но не столь важно. В общем, я его купила для каких-то классных видео, когда я делаю макияж, да и просто, если я умываюсь, тоже прикольно. Он очень мягкий, и посмотрите, как он прикольно смотрится. Как корона. И он хорошо держит волосы, кстати, несмотря ни на что. Там были и наборы, состоящие из такого ободка и манжет, чтобы, когда вы умываетесь, вода не текала вам по рукам. Но у меня такие уже имеются. Они как раз таки розовые, и розовый ободочек. В общем, мне он просто очень нравится. И когда я вижу другие видео других блогеров, которые делают макияж в таком ободке, это смотрится очень так, знаете, прикольно. Также заказала для жены моего брата такую небольшую полочку. У нее есть различные камушки, она занимается астрологией, она делает всякие натальные карты, у нее очень классно это получается, она проходила специальное обучение. В общем, когда я буду в Краснодаре, живет она в Краснодаре, к сожалению, далеко отсюда, но когда я там буду, я обязательно ей передам. Мне кажется, ей будет приятно получить такую вещицу. Не знаю, я когда увидела эту полочку, я сразу подумала о ней, она такая сборная, не буду сейчас собирать, покажу вам здесь просто картинку, но выглядит она вот таким вот образом. Видите, здесь луна, что там, солнце, какие-то звезды. Ей очень впишется в интерьер ее, ну, как бы студии, где она этим занимается, где она проходит какие-то обучения свои, где она составляет эти карты. В общем, ну, примерно это выглядит вот так. Здесь еще есть такая подставочка, и сзади есть такой крючочек, чтобы вешать на стену, например. И на картинке на сайте Тэмы там было показано, что вот здесь лежат всякие, знаете, камушки какие-то там, не знаю, которые заряжены специальной энергетикой. Ну и в целом, знаете, для человека, который в этой сфере вращается, мне кажется, будет приятно. Поэтому решила ей вот такой вот заказать. Мне кажется, ей понравится. Также я для себя заказала кое-что для моей блогерской деятельности. Я много снимаю, и мне нужно дополнительное какое-то оборудование. У меня есть много штативов, много света, но мне нужно что-то, например, для того, чтобы снимать на улице, либо в тот момент, когда мне некому снимать, и мне нужно делать это самостоятельно. Для этого как раз-таки я заказала следующую вещь, она уже вот открытая. Я вам покажу на видео, как это функционирует. Такая штука, кстати, продается, по-моему, еще и в Экшене. В общем, это штатив, который следит за вашим движением за счет камеры, я так думаю, или датчика движения, вот, который расположен на самом этом маленьком штативе. Мне кажется, это может быть полезно не только для блогеров, но и для простых людей, которые, не знаю, хотят снимать какие-то видео с детьми, либо там, когда ребенок танцует, или вы снимаете какой-то танец. Здесь, кстати, как раз таки пример именно на танце, на девушка танцует, и камера за ней следит, если она двигается по залу. Все это выглядит таким вот образом. Это прикручивается к подставке, которая двигается. Сюда вы вставляете телефон. Вы можете телефон вставлять как горизонтально, так и вертикально. И так она включается. И все. И потом она начинает уже, видите, она начинает сразу вертеться. Когда я шевелюсь, рядом хожу, то она крутится за моими движениями. Это очень круто. И это супер удобно. Когда я снимаю какие-то рецепты, либо я, не знаю, там убираюсь дома, хочу вам показать что-то в движении, и нет некому снимать меня в данный момент, то это очень сильно выручает. Поэтому, если хотели, возможно, вам тоже будет это актуально и интересно. В наше время, мне кажется, практически нет людей, которые ничего бы не снимали. И вторая вещица также для меня. Опять-таки, она может пригодиться абсолютно любому человеку. Например, вы поехали в путешествие, там, не знаю, с молодым человеком, с девушкой, неважно. Вас некому снимать. Уже, например, вечер на улице, но вам хочется сделать какое-то классное фото, классное селфи и так далее, то вы можете воспользоваться вот такой вот штукой. У меня сейчас здесь нет батареек, я их вытащила и поставила в другое место, но как это работает? В общем, вы вкручиваете. Я вам отдельно тоже на видео покажу, как оно светится, чтобы вы понимали, как это происходит. Вы накручиваете эту лампу, это лампа, самое главное не сказала, она на такой прищепке, видите? С помощью этой прищепки вы можете прицепить ее, например, на телефон, куда угодно, вот так вот, например.
и направлять, как вам нравится. И когда вы делаете селфи, то на вас светит достаточно сильный такой поток света. Также вы можете просто куда угодно, вот у меня здесь штатив стоит, я могу прицепить к штативу, это будет дополнительный свет, либо можете просто стоять и снимать видео другой рукой. В общем, это многофункциональная такая штука, мне кажется, очень удобно будет с ней работать. Можете вот здесь, например, посмотреть примеры ее использования. Ее можно использовать не только как свет для какой-то фотосессии, селфи и так далее. Вот, например, показано, что мужчина читает с помощью этой штуки, можно использовать как такую лампу переносную, либо вот девушка работает, если вы, например, разговариваете по скайпу часто, по работе, либо по зуму созваниваетесь с коллегами, чтобы вас было лучше видно, чтобы качество картинки было лучше, опять-таки можете прицепить этот цвет на компьютер, и в принципе все будет, картинка сразу же будет лучше. Следующее я заказала себе. Леггинсы обычные, черные. Я, кстати, не заказывала никогда леггинсы с сайта Temu. И вот решила попробовать. У них очень были хорошие отзывы. И я понимаю, почему. Потому что здесь очень такая, знаете, плотная резинка, которая хорошо поддерживает нас, наш животик, не дает ему вываливаться, когда это не нужно. И самая главная фишечка у них сзади. Я вам тоже покажу, как это смотрится на мне. Здесь на попе такая... такие защипы, складочки, и проходит такая полосочка. И за счет этого, знаете, сразу получается такой push-up эффект, то есть ваша попа становится более аппетитной, более округлой, более красиво смотрится. Они классной длины, они не супер длинные, я не люблю, когда леггинсы внизу начинают вот так собираться в гармошку, они вот ровно до косточки, то есть они идеально по длине мне подошли, у меня рост 164. Я заказывала, кстати, размер M. Я практически все на сайте Temu заказываю в размере N. M. Очень редко бывает, что размер S такой же, как и в Европе. Вот M не идеально подходит. В составе 86% нейлона и 14% спандекса. И мне кажется, идеально подходит для прогулок, для занятий спортом, для чего угодно. Там были очень красивые цвета. Я все сомневалась, купить ли мне там какие-нибудь ярко-синие, ярко-зеленые или еще какие-то. Но я понимаю, что все-таки черные это супер универсальные леггинсы. Плюс мне как раз-таки не хватало в моем, как бы в моей коллекции именно таких леггинсов. И сейчас я активно занимаюсь спортом перед летом, конечно же. Я уже в них и бегала, и ходила на тренировки, и все с ними отлично. И из вещей еще взяла себе вот такие вот джинсы. Также покажу на себе. Они супер широкие, то есть они расширяются сразу. То есть они широкие и прямые. Они расклешаются не от колена, например, как есть, знаете, такие клеш, а именно прямые white leg, а я думаю, так это и называется. Здесь есть небольшие потертости. Они также были в разных цветах. Мне хотелось именно серые. Здесь такие, знаете, не дырки, но вот они немножко потертые. Я также заказала в размере M. И вот в случае с этими джинсами, они мне немножко большеваты. Не скажу, что это критично. Они отлично смотрятся с ремешком, то есть не видно, что они мне прям большие, но они такие достаточно объемные. И то, что единственное мне не очень понравилось, если вы, например, выше меня, хотя бы там даже на 3-5 сантиметров, то, скорее всего, они вам не подойдут, потому что они вот ровно до... как бы до щиколотки, то есть если вы наденете высокие каблуки, то они будут смотреться уже немножко подстреленными, но с... с кедами, с какими-то кроссовками идеально смотрится, не волочится по полу. В общем, обычные джинсы вот такого качества масс-маркета абсолютно нормальные. Здесь в составе вискозы, 90% вискозы, 10% полиэстера. Поэтому, да, такие вот неплохие. Буду обязательно носить, меня все в них, в принципе, устраивает. Но, как я уже сказала, если вы высокая девушка, скорее всего, по длине они вам будут коротковаты. Следующая, это такая подушка, цветочек. Не спрашивайте, зачем она мне. Но, во-первых, я хотела положить ее на балкон. Я решила испробовать сначала одну, сейчас жду еще одну. В качестве... подушечки для того, чтобы на ней сидеть. У нас на балконе стоят такие деревянные стульчики, и это будет очень хорошо смотреться, и очень мягенько будет на ней восседать. Она приходит, кстати, в таком вакуумном пакете, и вот сейчас я ее вытащила, и она уже немножко, знаете, распушилась.
классная. Если у вас, например, есть дочка, тоже, мне кажется, ей очень понравится, либо можно положить куда-то на диван, но я ее заказывала именно с целью положить на балкон. Она такая, знаете, ромашка, у нас там сейчас стоят, кстати, ромашки, это все будет очень хорошо гармонировать. Следующее – это покупка для моего мужа. Он вечно теряет свои наушники. До этого у него уже были беспроводные наушники, но одно ухо было потеряно безвозвратно, поэтому мы решили заказать новые. Они приходят вот в таком вот чехле. Тоже очень прикольно, мне кажется, сделано. Они супер бюджетные. Чаще всего он слушает именно не музыку, то есть ему не нужны там какие-то сверхъестественные качества и басы. Он именно смотрит, например, YouTube, чтобы никому не мешать, никого не будить, либо слушает какие-то аудиокниги. Для этого эти наушники просто идеально подходят. Они выглядят вот таким вот образом. И когда вы их открываете, то вот здесь наушники. И когда, например, вы достали один наушник, воспользовались, например, все послушали, когда вы его вставляете обратно, то вот здесь высвечивается сколько зарядки осталось у наушников. Плюс еще ее видно и здесь тоже, с этой стороны. Мне кажется, это очень удобно. Также здесь есть фонарик. Не знаю, нужна ли эта функция вам, либо нет, но прикольно. Можно нащупать, например, дверной замок, когда вы вечером приходите домой с работы. Они очень быстро подключаются к телефону, то есть вы их вместе должны достать из чехла, ставить в уши, и по Bluetooth они сразу же находят ваш телефон, или телефон находит их, и они очень быстро подключаются. Как я уже сказала, у этих наушников отличное качество, нормальная цена доступная, и в принципе все с ними отлично, они выполняют свою функцию на все 100%. Ну что ж, друзья, это все, что я хотела вам показать на данный момент. Я осталась довольна. Все ссылки на то, что я сегодня вам показывала, я оставила, как всегда, в инфобоксе. Переходите, смотрите. Также, если вы новый пользователь сайта Temu, то вы можете воспользоваться моим промокодом, который указан внизу также в инфобоксе. Тогда вы получите дополнительную скидку. Если вам было интересно и полезно это видео, то обязательно ставьте пальчик вверх. Если вам видео не понравилось, ставьте пальчик вниз. Это тоже реакция, это тоже способствует продвижению моего канала. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Оставляйте ваши комментарии, что вы заказываете на Temu, либо вы там ничего не заказываете. Всегда рада вашей обратной связи. Ну а я буду с вами на этом прощаться. До новых встреч, новых видео.